приветствую еще раз всех, кто к нам только что присоединился. Мы во дворце спорта «Звездный» в Новом Уренгое. Факел на домашней площадке принимает уфимский «Урал». Кевич, еще одна подача. Хорошая. Есть прием у «Урала». И атака такая сложная получилась. Мне кажется, не дополнили друг друга игроки «Урала». Есть прием у Ковальчука. И есть атака. 5-5. Паритет вновь на табло. Сейчас Виталий Дикарев на линии подачи. Центральный «Факела». Хорошая подача. Справляется «Урал» с приемом. И атака первым темпом результативно приносит очко уфимской команде. Укоротил Гранкин. Но здесь первый темп. Высоченный просто уровень съема. Неприятная ситуация. Ковачевич, еще одна подача. Упростил. Дана, не выбитый прием. Это фрибол был для «Урала». Надо хотелось с ней как-то совладать. А вот решил он упростить. Бабкевич включается. Хорошая атака. Да. Рыбаков, хорошая подача. «Факел» справляется с приемом. Бабкевич, классная высота съема, высочайная. Просто над блокирующим мяч пролетел. Будько на линии подачи. Динейкин справляется с приемом. А Морозов отыгрывается от блока. Как это не так давно он делал. Только тогда это происходило во второй зоне. Сейчас в четвертой. Динейкин. Хорошая подача. Это выбитый прием. Атаки не будет, это фрибол будет для «Факела». Ну как же так? Такой мяч. Это был подарок. Ковальчук. А хорошая сейчас атака по диагонали в исполнении Батипура. Хорошая подача, выбитый прием у «Урала». Сантьяго на месте. Атака Бабкевича. Пробивает тройной блок. И не дотягиваются блоки. Точнее, игроки задней линии не дотягиваются до мяча. 19-19 становится счет. Нащупал Никита, такое ощущение. Хорошая подача. Выбитый прием у «Урала». Есть атака. И есть блок. Не справляется сейчас. Дает, да, справляется с приемом «Урал». И есть атака. Но опять Дикарев в связке с Бабкевичем перекрывает атакующего игрока «Урала». И это 22-19. Ну, хотя, может, и не временно, потому что именно по позиции. И сразу же допустил ошибку. К сожалению, Артем Мельников. Это 25-е очко для «Факела». Вышников, да, по-прежнему. Гранкин не восстановился за такой короткий промежуток. Ну, судя по всему, Вышников будет доигрывать. А вот сейчас у Милада проходит великолепная атака. Александр Гуцалюк упрощает, укорачивает, точнее. Бабкевич успевает до этого мяча. И по линии атакует Морозов, Гуцалюка. Ковачевич на линии подачи. Хорошая подача, выбитый прием у «Факела». Вышников на первый темп Ковальчука. Не разобрались. Атаки полноценной нету. А сейчас пайп в исполнении Бабкевича, который Будюхин принимает. Вот здесь блок надо поднимать, надо отдавать мяч. Фрибол для «Урала». Еще одна возможность организовать атаку. Первый темп. Один в один Ковальчук перекрывает Гуцалюка. Но опытный Александр знает, куда надо атаковать, чтобы после блока мяч улетел за пределы площадки. Так и случилось. 8-9. Ну а продолжит подавать по-прежнему Ковачевич. Сетка смягчает. Данани справляет с приемом. И Ковальчук, однако, первым темпом. Прощает. Морозов натыкается на двойной блок. И после рикошета мяч падает на стороне «Факела». Это 12-е очко для гостей встречи. 11-12. Ковальчук. Есть прием. И значит, будет и атака. Да, реализует момент. Милад Эвагипур на линии подачи. Подача несложная. Справляется с ней Динейкин. А Бабкевич вот сейчас атакует хорошо.
Якутин на линии подачи. Подача хорошая. Данай не справляется с приемом. Атака первым темпом. Первым темпом в исполнении Зигарева. Кстати, да, не часто задействует первый темп. Бицалюк. Хорошая подача. Дана не справляется с приемом. Вышников на Бакевича. Отлично. Влада приносит 20 очков. 21-20. Хорошая атака по диагонали в исполнении Батикура. Бабкевич выбитый прием. Атака все же будет. На Влада отправляет мяч. И попадает по голове. Извиняется. С ростом 196 сантиметров. Хорошая подача. Бабкевич выбитый прием. Атака все же будет. От Влада. Пока ничего не будет противопоставить. Вот такой вот и быстрый. Сантьяго Дана не справляется с приемом, а Динейкин не укладывается в площадку. Но, судя по всему, будут смотреть этот эпизод, запрашивает Роман Емполов. Да, мяч в площадку не попадает, это 23-25, зеркальный счет. Это игрочек 2003 года, с ростом 203 сантиметра 93 года. Опытный. Первый темп в исполнении Алексея Ковальчука приносит второй очко факелу при подаче игроки факела. Сейчас на кого? На Будюхина. Хорошая атака в исполнении всего того же Милада и Балекура. Хорошая подача, выбитый прием. Возможность организовать свою атаку. И, естественно, воспользовались этим моментом игроки Урала. И, в частности, Милат Эвалипур приносит пятое очко. Но справляется. Справляется и в приеме Будюхин. Ну а затем опытный Будько Егор Якутин. Бабкевич, выбитый прием. Атака Морозова по линии. Так, спасает мяч Урал. И сейчас надо отобороняться гостям. Паев. Вновь Паев в исполнении Бабкевича. В этот раз он проходит, попадает четко. Будюхин справляется с приемом. Атака первым темпом в исполнении Александра Гуцулюка. Приносит 10 очко Уралу. Игрокам факела в этом матче уже. Но сейчас прием есть Динейкина, а атака Бабкевича. Выбитый прием Феоктистова. Атака первым темпом. Александра Мельникова становится результативной. Зарабатывает в этой расстановке факел брейковое очко. Выходит вперед. Хорошая подача. На подстраховке Данани. А здесь классно по линии выбирает позицию 20 номер. Вышников на кого? Феоктистов находит пространство между рук трех блокирующих игроков факела. Еще одна хорошая подача, выбитый прием и Бадибура. Атака будет. Гуцалюк классно воспользовался этим моментом. Хорошая подача, есть прием у Урала. И классная атака. 4 по 4 в исполнении Милада Бадибура. Евгений Рыбаков. Хорошая подача. Динейкин выбитый прием. Атака Бабкевича. Перекрывает Рыбаков Феоктистова, который готовился принимать этот мяч. Хорошая подача. Динейкин выбитый прием. Морозов на Динейкина. Атаки не будет. Просто фрибол для Урала. Гудько просто перекидывает мяч. Как это мы уже видели дважды.
Динейкин, выбитый прием, достает этот мяч Вышников. И атака Динейкин приносит 25-й очкой, ставит точку в третьем сете. Теохистов. Хорошая подача, Бабкевич справляется с приемом, Вышников играет на Динейкина, тот на сетке. Переигрывает своих оппонентов и сейчас со второго раза атакует по диагонали. 4-4, по месту находился Максим. Есть прием у Урала и есть атака в исполнении Евгения Рыбакова. Хорошая высота съема. Ох ты, как успел Будько среагировать. Здесь от рук отыгрался иранский легионер. 5-4. Будюхин, хороший прием. Атака Рыбакова натыкается на блок. Еще одна возможность. Еще раз Рыбаков от блока. Здесь Бабкевич хорошо действует в обороне. Вышников на кого? На первый темп. На Ковальчука. 9-9. Сравнивает Папин счет в четвертом сете. Хороший прием в исполнении Урала. Здесь в обороне классно действует лидер команды. Добивает на площадке. Будько стоял по месту, но не смог обработать этот мяч. Плюс два. Бабкевич, выбитый прием. Вышников до него достает. Это будет фрибол для Урала. Будько играет на Бадибура. Тот результативен в атаке. 12-12. Планер, с ним без проблем справляется Бадипур. Сам же хорош в атаке. 13-13. Влад Бабкевич на линии подачи. Хорошая подача. Будюхин справляется с приемом. А здесь великолепная атака в исполнении Евгения Рыбакова. Сантьяго Донани справляется с приемом. И Бабкевич, здесь хорошая атака. Ну все, действует по инструкции Факельцу, по инструкции тренера. Ковальчук. Планер, Бадипур без проблем справляется с приемом. И сам в атаке действует хорошо. Ковальчук прекрасен в обороне. Фрибол будет для Урала. Будько с кем сыграет. Бабкевич просто перекидывает этот мяч. О, вот здесь какая неразбериха. Фрибол будет для Факела сейчас. Вышников, атака первая.